Здравствуйте, уважаемые зрители канала Вейкар. Итак, это Kia. Kia Mojave. Да, видим, стоит обычная магнитола. Простая, да, все. На руле есть кнопки, управляется. Вот, видим, это Kia. Так. Сейчас будем менять. Поставим хорошую 9 дюймов. Вам все потом покажем и расскажем. Еще раз всем привет. Напоминаю, это Kia Mojave. Mojave 2017 года. Вот поставили хорошую магнитолу. Хорошую, это значит процессор 7862S. Заметьте, с индексом S. Это значит, он быстрее, чем предыдущий. Это 3 гигабайта оперативной памяти, 32 постоянные, конечно же, 4G модем. Сейчас она интернет получает по каналу Wi-Fi, но, как видим, попугайчики на месте, прекрасно все показывают. Вот, пожалуйста, великолепно слушается. Видим, да, какая картинка, какая детализация. Именно этим наши экраны и отличаются. Конечно, кнопки на руле мы подключили. Вот, смотрите, вот они кнопки, да. Вот это Kia, да. Вот громкость уменьшаем, увеличиваем, да. Все отлично, все хорошо работает, хорошо сопрягается с автомобилем. Вот так это все выглядит, да. Ну, давайте по традиции немножко посмотрим по функционалу магнитолы. Это наш главный экран, вы все это прекрасно знаете, много раз видели. Вот так это все работает, так это выглядит, да? Давайте спросим, что у Алисы. Невский 25. Как видим, моментально Алиса все находит и предлагает нам уже поехать. Поехали, поехали, Алиса. Конечно же, можно все это вывести на большой экран. Смотрите, выводим сейчас на главный экран, на большой. И вот так это выглядит на большом экране, да? То есть, как видим, прекрасная детализация, хорошо все работает, прекрасно слушается. Навигация, можно ехать в любое место. Ну, давайте что-то другое спросим. Большой проспект Петроградской стороны, дом 58. Как видим, эффект тот же самый. То есть навигация очень хорошо работает, и Алиса нас хорошо слышит. Поехали, поехали. Ну, теперь давайте мы включим по традиции два экрана. На полэкрана мы включим радио наше. Радио включаем. На вторую полонечку мы поставим навигацию. Вот включили навигацию, вот они вместе работают, вот так это выглядит, так вы будете все это наблюдать в своем автомобиле, когда поставите нашу прекрасную магнитолу. Да, еще здесь, конечно, хотел показать зазорчики, да, они минимальные, то есть магнитола очень хорошо смотрится, хорошо стоит и прекрасно выглядит в машине. Конечно, она является украшением этого автомобиля, да, и, то есть видим, теперь я думаю, что и будет весело, то есть будет автомобиль более функционален, конечно же, да, вот как это можно сказать. Ну, два экрана мы с вами посмотрели. Невский 25. Как видим, точно так же все прекрасно функционирует. Что еще есть? А здесь еще много всего хорошего есть. Вот так мы выходим из режима два экрана. Она включилась на полный режим, да. Заходим в наш домашний экран, да, нажимаем меню. И вот перед вами все те приложения, которые установлены. Вы, конечно, можете сами что угодно установить, да. Например, что здесь можно сделать? Ну, как минимум, можно поменять лаунчер, например. Заводские настройки, 3.3.6.8, заходим. Вот у нас лаунчер, где меняется. Лаунчер стоит 17, поставим, ну, например, 27. Вот такой он красивый, с часами. Вот эти все иконочки можно поменять. Либо, смотрите, либо можно поставить, например, классический, с которого практически начинались магнитолы. Вот так он смотрится, к этому тоже многие привыкли. То есть вы при установке можете найти тут много чего для себя интересного. Ну, вернем обратно наш лаунчер. И вот, пожалуйста, все вернулось. Как видим, все это быстро, элементарно, и вы можете сами это легко все сделать. Вот такие магнитолы мы предлагаем к установке на автомобиль Kia Mojave. Да, напоминаю, это машина 2017 года. Напоминаю, что у нас на складе более 2000 различных магнитол. Приезжайте, устанавливайте, радуйте себя, своих близких. То есть, я думаю, что вы будете только довольны общением с этим прекрасным устройством. Спасибо за внимание, уважаемые зрители. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания.